В нашей линейке представлено больше 11 наименований сыров, которые разработаны именно у нас. Они не имеют никаких аналогов. Мы никому не подражаем, не занимаемся копированием и имеем свои технологии приготовления сыров. Сырье мы закупаем в Ленинградской области. У нас есть три поставщика, у которых молоко высшего качества. Козье и коровье. Из коровьего молока у нас изготавливается вся линейка. Из козьего молока мы изготавливаем один сыр. Он называется у нас френч. Значит, поскольку наши все сыры производятся из молока, мы не используем никаких консервантов и других ингредиентов, мы можем отнести свою продукцию к экопродукции, к натуральной продукции. Мы гордимся этим. У нас индивидуальная наша упаковка для наших сыров, которая также разработана на нашей сыроварне. Сроки хранения сыров у нас, если говорить о мягких сырах, то до 30 суток. И твердые сыры, те, которые в упаковке, у нас до 90 суток. Сыры, которые в головах, имеют неограниченный срок хранения. Столько, сколько они будут храниться в течение всего этого срока, они будут вызревать. Те сыры, которые попадают на полку, имеют срок выдержки не менее 4 месяцев. Да, твердые сыры от 6 месяцев и более. Сегодня у нас на выставке представлены полутвердые сыры, такие как Италия, English и Belgian. Им всем от полугода до года выдержки срока. Привлекаем мы клиентов, непосредственно общаясь с сетями, напрямую с магазинами. Мы предпочитаем приехать со своей дегустацией, рассказать о себе лично, дать попробовать наш сыр, получить непосредственно оценку тут же на месте. Вот, и договориться. В общем, можно сказать, что 100% заключают с нами договора. Тех, кто находится на уровне торговли именно в премиум-классе. Мы представлены во всех лендах города Санкт-Петербурга, в Альтовинах, во всех 13 магазинах по городу и сетевых. И также более 40 точек у нас, где мы представлены в небольших магазинах, которые продают натуральную продукцию, фермерские магазины. На Петерфуде мы дебютанты, первый раз мы участвуем на этой выставке и очень довольны. Мы приехали сюда с целью, чтобы найти новых партнеров и иметь возможность представить свои сыры не только в Санкт-Петербурге, но также и в регионах, и в Москве. Мы, кстати, работаем сегодня с Мурманском, с Воронежем, с Пензой, и к нам обращаются все новые, значит, потребители и желают нас видеть на полках своих магазинов, в блюдах своих ресторанов. Один, кстати говоря, из последних ресторанов, с которым мы заключили договор и уже активно работает, это ресторан «Коко» на Вознесенском, 6. Шеф-повар использует наши сыры для приготовления трех особенных блюд, которые, вот, собственно говоря, он сам и разработал.